И добрый вечер, господа. Меня зовут МДЖ Рамон, и добро пожаловать в крафт-шоу. Со мной сегодня в нашумевшем крафтвилле... Я не знаю, почему я это сказал. Играет Тюна. Привет всем! И Рич Макут. Маятниковый, здрасте. И в этой серии мы продолжаем работу над смелтери, а я надеюсь, что, в принципе, и заканчиваем в том числе. Так, крипер, что ли? Целую серию строить смелтери? Это ученый, житель деревни, внимательно рассматривает кусты, и двое его друзей тоже такие, что это за чертовщина такая? Ну, это вот, например, биолог. А он показывает свои достижения двум людям. Один из них, например, фермер. Вот, то есть, смотрите, какие я вырастил замечательные кусты, ага. Вам пригодятся или нет? И они смотрят такие, ну, не знаю, пригодятся ли. А это агроном. И он им наваливает про технические характеристики и все такое. Вот. Технические характеристики кустов. Кустов. Так, это у нас что? Это у нас... Блуберри, ежевика. А второй это просто санинспектор. Санинспектор, зовут Саня. Окей. Короче... А я надеюсь, зрители видят, что у меня в инвентаре есть мех. Друзья, я тут за кадром несколько раз умирал, и этот мех, который падает из волков, по-моему, там, и из больших кошек, по-моему, он тоже падает. Нет, из больших кошек только когти. Из него можно делать броню. А еще один мех равно одной шерсти, между прочим. Так, надо запомнить. И теперь, если я расположу вот так, я сделаю себе шапку. Я хочу сделать шапку. Ничего не знаю. Меховую вот шапку. Сейчас мы, Тюн, с тобой вылетим. Та-дам! Вообще какой-то... Ты как телевизор, на котором стоит... Антенна. Антенна, да. И если мне хватит, а мне должно хватить, я хочу себе сделать еще и броню меховую. О! Ты на Северный полюс собрался, да? Да. Сейчас... Ой, я не то себе. Вот. Та-ра! Как вам? Ну, ничего, она сейчас на эскимоса похожа. Да, насяльника! И глаз. Глазок так-то не видно. И улыбкой своей такой. Насяльника! Ну, эскимосы, ну, это с другой местности. Ну, ладно. Там с той стороны кошка, которая меня убивала. Останется на совести Рамона. А вот это будет на моей Нет, совести. Нет, это совсем другая, это уже новая пришла. Новая пришла? Давай новую убьем. Я вот один из комментариев был, что мне было интересно, как долго вы продержитесь с этим модом. Кстати, мне, наверное, попалась тогда какая-то кошка усиленная, не знаю, я бил там мечом 10 минут, наверное. Меньше, конечно. Писали в комментариях, типа, мне интересно, как долго вы выдержите с этим модом, шумящим, визжащим, кричащим, ну, мокреечерс, да? Я тоже начинаю задаваться этим вопросом, потому что я реально начинаю не выдерживать все это. Ну, короче говоря, по моим предварительным расчетам, а предварительные расчеты, я напомню, они не точны. Самые точные. Да. Я рассчитал, что нам нужно сделать 19 обычных блоков из вот этих вот Seared Bricks, поэтому я сейчас попробую сделать... Ошибся на 2%. Что-то с интерфейсом. Так, я вот это сделал... Это 18 и чуть-чуть. 19, а у меня в инвентаре всего... О, все, раздуплилось. Так, и здесь надо... Это вообще с тобой. Да, ты как-то глючишь немножко. Я? Он просто выглядит... Ну, великолепно. У всех шапки съезжают, да, когда... В твоем ванном халате. Да, в основном. Но смотри, я когда иду вперед, у меня шапка отъезжает назад, и глаза видно становятся. Смотри. Это ветер. Ладно. Мы будем делать это в смелтере где-то здесь. Я, наверное, отступлю раз, два, три. И вот здесь мы будем делать. Так, у меня есть лопата, смотрите, подготовился. Прям такой молодец. Так, и здесь выкапываем. У кого нет лопаты? 3 на 3. Дайте он. 3 на 3 и 1. Да. Именно так. На всякий случай. И здесь устанавливаем вот этот. Да, друзья, я знаю, что можно делать оружие из когтей. Тут очень много всего, что можно делать, поэтому я не могу просто каждый раз упоминать о всем, о том, что... Да.
Короче, да, не могу говорить. Мы поняли. Не говорить, не могу говорить обо всем, что вижу прямо. Да, ты перестань говорить. О, смотри, у нас да команда. Да что ж такое? У меня правый клик какой-то непонятный. Что-то с ним происходит. Он как-то глючит. Это братва. Где ты достаешь шапки? О, еще один. Не то, что некоторые тут с вертолетиком. Если бы я знал, Тюн, иду, смотрю магазин, бутик. Модных шапочек, да? Да, беру меч, захожу, беру, что хочу, ухожу. Примерно так. Так, и здесь 3. Главное, чтобы трупов не оставалось. Видно. И здесь 1. Вот. Так. Нам стопудово этого не хватит, я вам сразу говорю. Я не знаю, почему мне написали, что... А, ну, понятно все, короче. Друзья, вот только по этой причине, что я не доверился Википедии, которая мне соврала, и я подумал, что что-то здесь не так, я здесь поставил на переплавку еще Сирит Брикс, вот они, вот здесь тебя. И вот здесь. Видите? А у нас тюнная тренировка по паркуру. О, я упал. Охи паркур, господи. Это какая-то детская площадка, а не паркур. У нас тренировка. А ты понимаешь, тут разминка, не разжимай все две самого кнопки, вперед и прыжок. Так, далее не нам разжимать. Потребуется танкер, цистерна для лавы, которая по кругу серит брикс и по центру стекло. Окей, это просто. У нас же есть еще песок. Есть. Роман, а можно сделать в этой игре батут? Нам с Тюной очень понравится. Да, в... В том же Tinker's Construct, которым мы сейчас занимаемся, там есть slime blocks, они пружинят. О, точно, но они там плохо но пружинят, я помню. Но они же плохо пружинят. А можно попробовать прыгнуть с большей высоты? Я не пробовал прыгать, по-моему, с большей высоты. Может, тебя оттолкнет. И здесь также есть еще блоки, помните, которые ускоряют ходьбу. То есть мы потом, когда будем делать свои улочки, я напомню, друзья, что вот эти два дерева, они ждут. И мне понравилось, как я в той серии, в первой серии или во второй, не по, во второй, говорю такой, типа, и было бы прикольно сделать здесь мост такой, там, помните, я разговаривал, типа, в комментариях, сделайте мост! Вот, друзья, досматривайте серии до конца. Вот посмотрели полностью серию, написали комментарий. Посмотрели полностью серию, написали комментарий. Потому что обычно, очень часто, человек стоит на паузу, пишет коммент, и буквально через несколько минут... Фокус-покус, мы произносим то, что он нам предложил. Поэтому, пожалуйста, досматривайте серии до конца. Прям до самого-самого конца. Там в конце серии всегда что-нибудь интересное. Например, музыка. Или ссылочки на какие-нибудь другие прикольные серии. Или прощание Ричи. Нет, до самого-самого. Прощание Ричи, оно как бы прям в конце серии. А вы досмотрите ролики до самого конца. А вдруг там что? Какой-нибудь сюрприз. Иногда бывает и сюрприз, да. Прям вот где-нибудь там. Короче, я делаю вот эту цистерну. Закадрье. Сделал. Есть. Дальше потребуется нам контроллер. Это просто по кругу. Кстати, может опять не хватить. Окей, контроллер есть. В принципе, по большому счету все, что надо, то есть. Но... Нам нужно сделать еще стол, вот этот вот, casting table, который делается, окей, вот так, хорошо. Столько рецептов всяких, но это все прикольно. Мне нравится Tinker's Construct, довольно веселый мод. Так, потом нам потребуется фасет, я не знаю, как это читается. Фасет, наверное, так. И дрейн, где у нас дрейн, вот, смелтери дрейн. Да, этого точно не хватит, потому что сейчас все увидите, почему. Можно, конечно, использовать Сирит Глаз. Тут больше стекла, но меньше брикс. А можно накопать еще... Что? Этого. Гравия. Я все-таки да, доламываю. Ай! Эх, жители, пришли конкистадоры. Конкиста в доме. Тюна, в дом. Все. Готово. О. Я не знаю, чего ты боишься. Его это не так. Я... Да хватит закрывать дверь передо мной. Так горжусь вами, друзья.
Только у меня серебряный меч почти сломался, надо бы на скелетов поохотиться. Ты смотри, какие все, ух, боевые. Ладно. Агрессивные. А, у нас еще есть клей, у нас еще есть песок. Это здорово, это шикарно. И гравий у нас есть, все. Может быть, этого и хватит. Может быть. Давай, выходи. Это делаем, сюда. Мы тут посмотрим стены сверху. Это сюда. Не, ну я, в смысле, сейчас поставил на переплавку. Зеленая лошадь. Спать. А это вот так. Ночью чего только лошадей. Не увидишь, а? Ночь темна и полна опасностей темна. Только ты видишь эту лошадь. Так, окей. Я буду в потемках тут. Во-первых... Между прочим, можно поспать, у нас есть возможность. Лава-танк... О, это хорошая, наверное, мысль. И было бы неплохо, наверное, здесь лестницу поставить. Чтобы угу. На крышу можно было отправиться. Я даже дверь не буду закрывать. Значит, пункт. Даже. Ой, в чате. Was slain. Окей. Я не врал, ребят, что я пару раз умирал от этих кошек. Три раза. Это правда. От одной и той же кошечки. Так, и контроллер. Она еще ходит по местности. Вот здесь постоянно. А где моя книжка, кстати? Мне должна была выпасть черная книжка. Как только я скрафтил свой первый блок. Ни у кого в инвентаре не оказалась черная книжка? Посмотрите, пожалуйста. А, вот она, есть. Все, я слепой просто. Все. Ты знаешь, она как... Вот эта кошка как медведь-людоед попробовала крови Рамона и теперь ходит и ищет только его. Учти, она где-то тут, где-то рядом, смотрит на тебя из-за куста. Идет. Ребята, если вы задаетесь вопросом о Tinker's Construct, вообще, что это за мод и что мы делаем, не забывайте, что на нашем канале есть мод-обзор по Tinker's Construct, где я в двух сериях очень подробно рассказываю вам об этом моде и как им пользоваться, о том, как конструировать различные оружия, как пользоваться вот этой вот плавильней. Поэтому особо мы не будем вникать в этой серии в процесс, я буду так... То есть самую важную информацию объяснять, что происходит. Так, и, в общем-то, здесь все сделано. Отлично. Ух ты, слайм! Впервые вижу его. Прям слайм. Не, синий слайм или зеленый слайм? Зеленый? Даже зеленый, ничего себе. Удивительно. Так, а здесь я хочу поставить дрейн. Так. Что-то ты. Слава, это уже не ты дышишь так громко. А, это змея на меня тут шипит. А, она меня отравила. Оп. Оп. А. Где мой меч? А меч сломался. А вот еще один есть. Все. Может быть, это я змея? Ей-богу, начинаю уставать от этих мобов уже. Со всех сторон, постоянно, неожиданно. На тебе, занимаешься делом. На, посреди белого дня. Будь в постоянном тонусе. Да я и так в тонусе. Так, вот сюда мы ставим столик. Значит, сюда очень. Мы поставим дрейн. И теперь, друзья, нам осталось сделать совсем ничего. Всего ничего. Так, сюда поставим. Сюда, это сюда. Вот так вот. О, отлично. Так, вот это у нас переплавилось. Вот это тоже. Отлично. И поставим на переплавку еще побольше песка. Даже, наверное, вот как-то вот... А, гулять так гулять. 26 песка. Ничего себе. И еще 25. Все, стекло пускай. Неужели мы можем себе это позволить? Я не уверен, но... Наверное. Так я просто задумался. Уголь. А уголь у нас, он совсем рядом. Есть этот же ж. Вулкан. Пепел. Мы всегда можем пепел превратить в уголь. Так что с углем у нас проблем нет. Это хорошо. И с вулканами. Это здорово. Блин, одного стекла не хватило. Все везде горит. Ух ты, корова с маленькой шапочкой. Убивать или не убивать? Не убиваю, вот в чем не вопрос. Убиваю. Но она с шапочкой. Так никуда она не денется, она уже все, всегда. Можешь ее за забором окружить, у меня есть 11 забора. Надо? Я далеко. Ну вот. Закопай ее. Сама сделай забор. Приведи ее к нам. Нечем манить. Так, и раз-два. Где-то та змея поджидает меня, я чувствую. Ты прям чувствуешь, что она тебе в затылок дышит? Да, она там подшипит на меня.
Так, о, отлично. Это не змея, это кошка. Или это ты все-таки дышишь? Я не могу понять. Ну, по крайней мере, я не слышу его дыхания. Змей-искуситель. Пумц. Пумц. Сюда поставим. О, хотела от меня сбежать. Не получится. И осталось так. Раз, два, три, еще четыре блока. И смелтери будет готово. Мы начнем что-то делать. Наверное. Они просто слоняться по местности. Да, Тюн? Если у нас есть все ресурсы. Где ты нашла корову? Я далеко. Я понял. Так, это мне надо 20 стекла, что ли. Не, подожди. Сколько я сказал? 4 блока надо, да? Раз, два, три. 4 я сказал. А слоняться это от слова слон? Ну, может, и 4. Да, 4. 4 блока, это получается, ну да, 20 стекла надо. Давай стекло! 16 уже есть, чуть-чуть осталось. Давай! 18! 19! Suspense 20! Mission accomplished. Так, ладно, 4 блока. Черт побери. Что случилось? Не хватает. Не хватает четырех. Еще четырех этих чай. Гравий. Четырех гравий насяльника не хватать. Ну пойди найди. Прояви армейскую смекалку. Что, впервые что ли? У нас тут непотопляемый лис в колодце. Так, здесь стекло доделается. Хорошо, все. Последний подход. Видите, сколько надо усилий для того, чтобы сделать пару железных инструментов. Но реально они того стоят. Это хорошие будут инструменты. Песка еле-еле хватает. Все, нормально. Почти тютелька в тютельку. Так, нет. Песок, гравий и глина. Все. А, меньше даже надо было. Ну ладно. Плавься! Отсюда заберем половинку. Плавься! Во! Сработало. Это голосовое управление? Да, как Kinect. И рукой так проводишь влево-вправо для ускорения процесса перед монитором. Попробуй, реально помогает. Сейчас. А, ну тут все занято. А, ну давай, сейчас. Все, верхняя готова, нижняя готова, видишь? Работает. Да уж. Сейчас с морковкой я попробую. Ешься! Да. Что-то не получается. Ешься! Я слишком сытый. Но все равно он должен меня послушать. Как ты думаешь, можно быть слишком сытым? Слышишь, меня Ричи Бровы пугает что-то. Ну, мне кажется, у него есть к тебе какое-то дело. Он подошел в процессе, я тут стою, прям вплотную ко мне лицом к лицу стал и пялится в мои глаза. Да, я вижу это, я его подослал. Свали отсюда, блин, мешаешь, печку загородил. Давай, а он задницу греет. А я думал, у него дело реально есть какое-то. А он просто задницу греет. Ну ладно. А то на улице холодно. Ну прохладно там чуть-чуть, да. Для него. Может, посидел на камне просто. Так и геморрой можно заработать. Можно, да. Вот он не хочет. Пришел погреть место, подверженное геморрою, да? Кстати, обрати внимание, у нас домашнее животное, ну, просто пришло. Самостоятельно. Это кошка или пантера? Не, кошка. Это черный кот. Она тебе что-то хочет, кстати. Прям вот требует. Морковки хочет, они ж кушают морковку. Витаминов не хватает. Разве... Кошки кушают морковку. Ну, огурцы едят, это я точно знаю. Ну да, огурцы едят, да. Арбузы тоже, причем. У меня кошка ест цветок, потом блюет. До нее не доходит, она через пару дней опять приходит и ест цветок. И так... Ну, может быть, она очищается. У меня Феликс так недавно делал. Иван-чай, который сушится. Так она ест цветок. Я вижу, что ее там плющит, она постоянно башкой так... Лапой там, знаешь, как будто она в воду наступила, делает, типа, ну, ей противно.
и жрет, стоит, главное, этот цветок продолжает. Кошмар какой-то. Ладно, смотрите, смелтери я собрал наконец-то, пока вы бегали туда-сюда. Та-да! Как вам? Круто же? Замечательное сооружение. Прикольно, да? Короче, вот оно, ведро славы у меня. Вот оно залито. Ведро залито. Славы. О, все, ведро славы. Чуть-чуть лавы есть. Если кто-то хочет помочь, тот может сходить опять в подземелье набрать лавы. Ну дай мне коромысло. Держи. Потому что лава нам потребуется достаточно много. А я тем временем, друзья, вам объясню. Смотрите, вот здесь мы поставили еще контроллер. Правым кликом по нему нажимаем, мы видим количество лавы, сколько здесь находится, 850. И в эти слоты мы помещаем то, что хотим переплавить. Первое, что мы хотим с вами переплавить, это... Ой, каст, по-моему, они называются. Бланк каст. Не-не-не, вру. Нам нужны детали инструментов, которые мы хотим делать. Они у нас есть, кстати. По-моему, должны быть, да? Должны быть. Вот в этом сундуке, который мы оставили на потом... Я хочу байндин. Тулрода у нас тут нет, к сожалению. Ну ладно, скрафтим самостоятельно. А все, что нужно, это вот этот вот. Вот эта штукенция. Ура, я вернулась домой. Ура. Путешествие? Да я потерялась. Миклуха-маклай. Так, тулбайндин. И вот эту штуку. Ну, ей надо, по-моему, целый блок, да. Нагуляй. Все. Есть, это заготовки, которые нам потребуются, но... У нас есть летучий змей, кстати, вы видели? Обратили внимание? В смысле летучий змей? Товарищ, особо яркий. А, смотрите, нам потребуется алюминий и коппер. Хм, у нас есть Ип-хапа-коппер. Алюминий и коппер? Вот это хороший вопрос. Алюминий вроде был, Silver но Gold. Штучка одна. У нас есть алюминиум. Алюминиум, короче, куст. Именно, вот он и нужен. И копер. Куст у нас Ферус, есть. Синоба. Алюминиум, вот, 8 штук есть. Мало, но да ладно. И копер тоже есть, хорошо. А я нашла копер гравий. Ну, ну как? Он тоже может пригодиться, но там надо высчитывать. Пойдемте поспим. Хорошая идея. Мы возвращаемся, Тина говорит, а вот летающие змеи. Я такой, где? И в воздух такой смотрю. А она, вот она. Ты, вот, вот кто дышит. Дарт Вейдер, чертов. Иди отсюда. Речь сзади. Сзади Дарт Вейдер? Да. Чертов? Бей его. Я, кстати, нашел маску Дарт Вейдера, где можно купить в Великобритании. Не знаю, конечно, сколько стоит доставка. Короче, прикол. В Украине такую маску продают от 300 до 600 гривен. 300-600 гривен. То есть, чтобы в рублях, это на 4 умножаете, получаете цену. Сами мы не умеем. В Великобритании, да, откуда, в принципе, эту маску и привозят. То есть, она по качеству одна и та же. Стоит 5 фунтов. То есть, как нагревают, да? Насколько сильно нагревают нас? Вообще, такие бешеные бабки переплачиваем за какую-то маску. Я готов купить в Великобритании эту маску, заплатить за доставку, за таможню, и я заплачу там гривен, я думаю, максимум 150 за это все. 200 пускай. 5 фунтов маска сама стоит. 5 фунтов там, это там на 12, по-моему. Могут быть варианты, установленная цена за доставку где-нибудь от 20 долларов. Вот где-нибудь так. Ну, такое вполне в смысле, возможно. Какая установлена? Не, они доставляют любой товар, даже за 5 фунтов. Импорт. Нет, это понятно, но за доставку скажут 20 фунтов, там, скажем. Да, это вот я ж потом узнаю. В любом случае, это не 300 гривен, понимаешь? Это меньше в любом случае будет, я думаю. Ну, по-разному. Из Америки там заказываешь там некоторые вот вещи. У них установлена оплата за доставку, скажем, 20 долларов. Вот. И чтобы поэкономнее было, вот люди там собираются все вместе и за 20 долларов одну посылку себе и получают. И тем самым экономят. А ну, ради может. Одной вещи оно получается, что без экономии выходит. Короче, смотри, 24 миллибакета алюминия и 8 миллибакета копера. Это какое соотношение? 24 разделить на 8. Сколько?
Никто не знает. Три. Три. Молодец. Я тоже посчитал. Ты посчитал? Да. А, получается, нет, что... Нет, я-то посчитал сразу, я думал, кто-нибудь ответит. Получается, все молчат. Что три копера... Как-то мы выглядеть будем. Три копера, да? Не-не, три алюминия. Нам алюминия надо очень много. Нам не хватит алюминия. Вообще. Раз, два, три. Алюминия. Раз, два, три. Алюминия. И раз, два копера. Все. Вы можете заценить, как это все внутри там теперь находится. Иллюзорно. Да, я хочу сделать лесенку. Где-нибудь вот здесь, во. Рич, зря ты это сделал. Да. Да, Рамон, и ты тоже. О, блин, а как мы будем отсюда выходить? Ждите. Блоки здесь ставить нельзя. Так, ты. Так, может быть, вас убить? Спасибо. Спасибо за предложение. Тюна, тащи лестницу. Одну. Тащи лестницу. А, подожди. Металлическую, с биркой. Не, нормально, нормально. О, Рич. Давай, чё? Сюда. Все. Последовал плохому примеру один. Можно блоки там ставить, но не советую, короче, ребят. И вот оно тут постепенно все переплавляется. Сейчас будет эпик. Давай. Сейчас будет жидкость, должно быть. В какой-то момент. О, поехала. Это у нас алюминий переплавился. И позвоните. Скоро копер должен переплавиться. Давай, коперушка. Давай. Он очень долго плавится. Ты хозяин медных блоков. Давай. Но это мы еще не сделаем свое первый железный инструмент. Еще не время. Кстати, как у нас там слава дела? О, залил. Прикольно, спасибо. Должно, а кстати, ее достаточно долго, на долгое время хватить. Она тратится только когда... Короче, она не исчезает со временем. О, переплавилась. То есть лава тратится только на дело. На переплавку вот этого всего. Все. Короче, мы получили с вами... Золотую сплав. Медный, алюминиевая латунь. Что-то такое, короче, получилось. Алюминиум брас. И теперь, зачем это все было сделано? Для того, чтобы сделать шаблоны, вот такие вот, для... Даже не шаблоны, как эту штуку можно назвать? Форма. Формочку, да. Вот типа, вот, Dragonfly. Иди отсюда. Свали. Приказа. Ой, блин. Короче, первое, что я хочу сделать, в общем-то, порядок особо не важен. Мы ставим сюда вот один... Теперь ты. Ну, теперь я боюсь сюда ставить блок. Не надо. Давайте там формочки делать. Пусть Юна позанимается пока там делами какими-то своими. Ну вот. Побегает в расплавленном алюминии, да? Короче, мы ставим сюда одну из деталей. Тюна. Слушай, я говорил, не надо было. Почему это вечно происходит? Вот почему? У тебя была прекрасная возможность. Оставить ее там. И нажимай. Вот просто зачем ты вообще правым кликом нажала на что-то? Вот мне интересно. Вот стой там. Не, ну подошла, есть. Стой там, все правильно. Ты правильное место выбрала, все, стой там. Там нажимай. И теперь мы нажимаем правой клавишей по вот этой вот конструкции. Выливается все. И та-ра! Мы получили эту штуку. У меня, кстати, инвентарь заполнен. Давайте я вам скину какую-нибудь фигню. Вот да, это, что-нибудь прикольное. Вот это. Не-не-не, давай что-нибудь классное. Не, давай, это... там выбери. Не. Вот это что это такое? Семки? Вот это. Модные семки. Не, прям разошелся. Главное, рядом с козой это не делать. Так, на всякий случай напомню. Так, это я сделал заготовку для наконечника для кирки. Теперь вот эту вот соединительную штукенцию сделаем. Я позабыл, как они все называются. Особой важности не имеет никакой. Toolbinding. Так, и рукоять тоже. Заливаем ее. И та-да! Готово. Но у нас здесь осталось еще дофига жидкости. Еще 5 слитков. Штук.
1.05.05. И мы можем сделать, наверное, например, для оружия, да, для меча, например, что-нибудь. Или топор. Что Но мы хотим? Это обязательно. Какой еще железный инструмент мы хотим сделать? Мы хотим, думаю, меч, потому что меч. У нас тюны мечи хотим. Скоро закончатся. Да. Обычный пока что будем делать меч, я думаю, да? Нам нужен Handle, White Guard и Sword Blade. Есть ли оно у нас? Handle. Это Tool Rod, что ли? Я не уверен. Да, Tool Rod это должен быть. Tool Rod, White Guard и Blade. Сейчас посмотрим, у нас есть ли такие детали вообще здесь. Так, мяу, уйди отсюда. Ну все, ты дал ему имя кошачье. Мяут, мяут это у нас будет. Мяут. По-моему, кстати, был какой-то такой герой в мультике каком-то мяут. Гвард. Это было не мульт, это не мультик, это реальная жизнь в Майнкрафте. Так, и лезвие нам надо. А, все есть, все в этих деталях. Усы причесать, мяут. А ладно, это не усы. Так они нормальные. Пибрисы. Да. И да, теперь пибрис. Делаем элементы для меча. Вот это вот. Это часть рукояти, гвард, которая защищает твои руки от удара скользящего. Как эта штука называется? Гарда. Я не У помню. Нас называется гарда. Гарда? Mm-hmm. Окей. Но я зато неплохо объяснил, что это за штука такая. Ну да, ты сказал гвард. Не, я объяснил, типа, для чего она нужна. Ну да, да, да. Так, и это есть все. В принципе, для меча у нас есть все. Потратили ли мы весь материал? Нет. У нас еще осталось 3 ингота. Можно еще какие-то детали сделать, пока у нас есть этот сплав. Потому что нам потом надо заливать туда железо расплавленное. И уже из него делать, собственно, сами инструмент. О, деревенщина туда прыгнул. Все, сиди там, короче. Это будет у нас вахтер. Вахтер-шахтер. Вахтер шахтеров, да. А что еще? Что еще мы можем сделать? Давайте посмотрим. О, сковородку тюн можем тебе сделать. Да у нее есть уже. Всем. О, я чизл хочу сделать. Я чизл хочу сделать. Вот эта штука прикольная. Какие шутки, да. Или лопату и топор. Я думаю, лопата и топор все-таки будет поважнее, чем чизл. Так, это и это. Окей, сейчас проверим, есть ли у нас эти элементы здесь. Это сюда скинем. Потихоньку мы подходим к тому, что надо. О, chisel head есть, это хорошо. А, метательные ножи еще есть, но мы пока не будем это делать. Не, ну ты, если хочешь, можешь сделать. Так, наконечник для лопаты тут тоже есть, а вот для топора пока нет. Вот, тут где-то должен быть, сейчас я сделаю. Axe head pattern, вот, все, сейчас будет. Так, пумц. Все, это есть. Будем делать сейчас. Так, там лиса бегает, ну ладно. Будем аккуратно делать это все. Ух ты. А что лиса? Так, наконечник для лопаты. Мяу смылся наконец-то. Да, он прорвался. Наконечник для топора. Есть. И чизл. Это мяут разозлился. И... Пока у нас есть. И улитку замочил. Да. Кушать. Сколько осталось? Все? Мы все? Да, все, подчистую. Супер. Ты прям плавильный. То есть теперь его можно вытащить? Монстр. Да пусть сидит там, ничего с ним не станется. Да все хорошо, да. Последит за порядком. Ой, кролик. Стой. Бани. Короче. Так, ты не я прав. Кролик. Бань, иду в баню. Так, где дома? Кролей нам еще тут не хватало. Они какают каждые 5 минут. Тюн, на всякий... А, ну у тебя сковородка на голове, все нормально. Защитит. А я, кстати, сковородку-то сняла. Не, на тебе. Тогда не защитит. Не снимай. Ну, пока не перед... у меня на интерфейсе... Да? Ну ладно, а то меня выкинет опять из игры, если ты попробуешь снять. Короче, у нас теперь дофига и больше вот этих вот штукенций. Причем, наверное, надо сделать сундук. Можешь этот сундук сделать? Сундук. Где-то. Сундук. Я посмотрю. Я скидывал кому-то дерево. А, да, есть было. Было дело, да. Кто-то уже делает? Ни хрена себе, кто-то есть. Уже, да. Это что сейчас было?
Это, по-моему, сейчас кролик у меня из рук стащил к морковке. Точно, точно. Как тебе не стыдно? Спасибо. Так, и теперь мы вот эти... Не благодарите. Ой, вот эти вот штуки. Давайте поспим. Ребят, мы вернулись, но, к сожалению, наше время подходит к концу. Давайте поэтому быстренько сейчас. Я вот вместо этого блока поставлю здесь сундук. Все. И в нем мы будем хранить все вот эти вот наши формочки для, ну, для создания выпекания металлических элементов. Все, теперь смотри. Я могу, конечно, быстренько. Я думаю, я очень хочу в этой серии сделать свой первый железный инструмент, потому что столько строили и, блин, еще не сделали. У нас железо еще есть, да? Да, включи чебурашку. Железо. Да, мы строили, наконец построили. Похоже? Не очень. Железо. Ух, нифига себе, ты железо накопал. 28. Офигеть. Монстр. Я хочу пока железный. Что, пока ты что... плавильный. Сделать, да. Сделать полностью из железа первую кирку свою. Она, в принципе, того стоит. Короче говоря, мне нужно для этого взять tool rod формочку. Потом мне нужно... И я напомню, что речь и тюна было бы неплохо, если бы они слушали, что я рассказываю тоже. Tool rod, pickaxe head и tool binding cast. То есть вот эти вот штуки. Я могу вам в сундуке показать, что надо использовать для крафта своей кирки. Давай, чтобы ты наглядно это увидел. Да. Внизу слева. Раз, два, три. Tool binding, который связывает следующие два элемента. Наконечник типа и рукоять. Видишь? Tool binding, pickaxe head cast и tool rod cast. Все. Стоимость у них 0,5, 1 и 0,5. То есть, в принципе, два слитка. Это получается... Мы сейчас проверим. У нас там живности уже внутри, кошмар. Да ну, они на меня так смотрят. Выпусти нас из этой камеры пыток. Нет, ребят, мы сейчас вас зальем. А что вы начали оглядываться? Да-да. Да, лесу уже завалило. Что вы за переживали? Железная руда в плавильне нам, по-моему, дает в итоге два слитка. То есть переплавляя вот здесь, по-моему, это два слитка дает. Мы сейчас проверим это все. Вот, и пока оно переплавляется, то есть вы помещаете сюда вот эту вот формочку, да, в которую хотите залить уже расплавленное железо. Сейчас железо там переплавляется, его помещать вот сюда надо, вот, в контроллер. Вот, то есть, блин. Кладешь сюда железо, и оно уже само переплавляется. Как только оно переплавилось, ты то, в принципе, визуально увидишь, и в контроллере тоже. Ты потом просто нажимаешь правым кликом, и готово. То есть... Представляете, насекомые все посевы мои сожрали. А, бывает. Ребят, и поскольку наше время почти-почти закончилось, я в целях экономии думаю, вернемся к вам, как только все это переплавится. Ну что, ребят, железо переплавилось, супер, вот оно красное, жижа. В принципе, по-моему, железо, это как будто оно расплавлено, да? Я так понимаю, поэтому красным цветом. Окей, смотрите, я поместил сюда три блока руды железной, и в итоге мы получили 6 слитков, как я и ожидал. Чтобы понять, сколько слитков вам надо, вы можете посмотреть на стоимость материала. То есть здесь у нас материал кост половина слитка и слиток. То есть получается, чтобы сделать одну кирку, вам нужно 2 слитка. А если вы помещаете сюда руду, то получается, чтобы сделать одну железную кирку, вам нужен всего... один блок руды железной. И все. И вы сделали себе железную кирку, которую потом можно чинить одним слитком железа. То есть вообще шикарно. Шикарно. Ну, давайте скрафтим. Пим-пим-пим. Свою первую железную кирку. И наливай! Есть. Я, наверное, сделаю сразу всем. Естественно. На всех. Наливай на всех. Что ты один будешь? Так, потом как вот эту штуку. Как, инструментоголик? Да. Ой, а что-то Stone Road... Я что, не на всех сделал? Ха. Как так? Сейчас исправим положение. Снайпер. 2. 3. Давай, третья. Пикнули головы. Есть. Сейчас сделаем... Мне просто иногда интерфейс глючит. Инвентарь. Сейчас вроде все... Пэу.
Все, третья штука. Остывает эпично. Ну, так прикольно. И вот эта штука. Мне процесс этот очень нравится. Вот как-то здесь есть что-то такое вот от самого Майнкрафта, да, вот как бы от ванила Майнкрафта. То есть ты сам тут все это дело крафтишь, типа плавишь, заливаешь формы. Ну, как-то вот классно все. Так, и три наконечника. Все, мы использовали по назначению всю переплавленную железную руду. И теперь все, что нужно, это вот специально в этом верстаке. Tool Station. Соединить детали, и все. Сейчас я вам отдам ваши детали. Так, Рич, тебе. Наконечник. Держалка наконечник. И связывалка. О, понятно было, да? Да. Так, и тебе вот это и а вот как это. Я буду связывать? Это проволока, да, металлическая? Ну, типа, да, ты как бы мотать. Что-то типа того, я не уверен. И теперь вот этот вот стол, самый крайний, в углу. Сейчас я сначала сделаю. То есть мы нажимаем, и... А, Тюна уже скрафтила. Да. Вот тогда я и зрителям тоже еще объясню. Вы выбираете здесь вот инструмент, который хотите скрафтить. Сейчас это у нас кирка. И просто помещаете, здесь уже все так интуитивно. Помещаете все на свои места просто. Вот это сюда, вот это сюда, вот это сюда. И MJ Pick 2. Ха-я! Полностью железная кирка. И у нее есть Reinforced показатель. И Рич теперь может себе скрафтить. А-а-а. Смотри, скорость добычи 6. Уровень добычи Redstone. И в durability у нее 324. Очень круто. Но прежде чем мы закончим, я не могу этого не сделать. У нас есть редстоун. Я почему говорил, что его надо много? Настолько много? Очень много. Я сделаю блоки из редстоуна. Наконец-то они у нас есть. Вот, такие красавцы. Та-да! Неплохо. Это ванила, если что. Так. Окей. Видимо, его зайчика. Куда он делся? И теперь смотрите, можно улучшать ваше оружие. То есть я теперь... Ну, или инструмент. Я теперь выбираю вот этот первый слот, помещаю свою кирку сюда и беру тот элемент, который хочу использовать. Это модификатор Redstone, и он ускоряет процесс добычи чего-либо. И потом просто так перекладываете, перекладываете, перекладываете. Все. Все, закончилось? О! Есть. А что такое? 50 плюс. А, 45. 45. Да. Это значит, что сейчас мне нужно сделать вот так. Разобрать этот блок. И теперь уже добить. Киркой. Добить вот это все уже. Вот таким образом. Так, это 50 или не 50? 50, тут 50. Не-не-не, вот теперь надо забрать. Все, а вот теперь, да, 50. А, я использовал один из параметров модификатора, вот, вот так все, чтобы понятнее было. И у меня осталось еще два параметра. То есть Redstone 50 из 50, это считается как бы один модификатор уже использован. Но если буду дальше добавлять еще Redstone, это будет еще один. То есть у меня сейчас их осталось всего два. То есть вот modifiers remaining 2. И, в общем, и продолжайте и так далее. И вы наконец-то сможете сделать себе мега-кирку. И вот как она у меня выглядит теперь. Прокачанная. Прокачанная кирка. Да нельзя. И теперь я могу довольно быстро добывать. А, кстати, показывается мне скорость добычи? Да, у меня теперь майнинг спид 10. Это офигительно быстро. И, друзья, прямо сейчас мы уже заканчиваем. Я вот чуть-чуть ниже сейчас спущусь и проверю скорость добычи. А ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Офигеть. Ае. Это... Смотри, какая возможность. Это прям... Отойди. Отойди. Иди. Это прям как алмазная кирка почти по скорости. Очень круто. Вот так, друзья. И Рич с Тюной могут сделать то же самое. То есть редстоуна там, в принципе, достаточно. Я думаю. Точно? Наверное. Да используйте, господи. Еще накопаем. И можете себе тоже прокачать вашу кирку. Только главное, не сделайте 51. Тогда вы точно, ну, потратите два модификатора из трех доступных. Ну, на этом все. Мы, наверное, еще за кадром поэкспериментируем. Там, может, мечи сделаем. Принцип весь точно такой же, друзья. То есть это уже все просто. Но на этом мы с вами прощаемся. Серия очень затянулась, но по причине поважной. И со мной сегодня занимались конструированием в Tinkers Construct и созданием мега крутых инструментов. Тюна.
Пока-пока, удачи всем. И Рич Маквуд. Ну, учитывая опыт предыдущей серии, я просто скажу, все будет... Ну ладно. Меня зовут М. Джарамон, и мы здесь закончили. Пока.